Вот и настал любимый день недели многих бичан – пятница. Ну, а мы подводим итоги недели. Давайте поинтересуемся, что интересного произошло у бичан на этой неделе. А меня зовут Алина, ваш проводник по городу. Да замечательно. Работал, отдыхал. А вы? Тоже на работе был. То есть сегодня вон гуляем, ходим, наслаждаемся парком. Да. Наслаждаемся парком. Воздухом дышим. Девушки работают, а мы ходим по парку. Да? Отдыхаем. Теперь, пока мы работали, они отдыхали. Теперь наоборот. У вас тоже? Конечно. Все одинаково, все идентично, мы же друзья. Отличная учебная неделя. Вы учитесь? Мы учим. Все хорошо. Замечательная неделя, чудесная неделя. Работаем днем, утром, ночью. Ну что интересно, как у пенсионеров проходит? Ремонт делаю, отдыхаю по мере возможности. Ну, как обычно, как у всех пенсионеров. Повяжу, повышиваю. Ну, отлично. Последняя неделя отпуска. Замечательно прошла в рабочий момент, да. Учеба, домашнее задание, да. Огород, дача. Все как обычно. Работа, дом, семья, дети. Ну, школа началась у нас. А так, ничего такого особенного. Я не работаю, пенсионерка. Мы с подругами встречаемся, ходим, отдыхаем. По нашему парку, который сделали, парк на вокзале от начала до конца, круга три дашь, вот так. И хорошо проводим время, книги читаем. Вот сейчас принесла книги, сюда положила в нашу библиотеку. Нашей библиотеки, знаете, еще у нас на Дом Советов есть. Вот в основном, ну и детективы, и так. Так что я считаю, что нормально на пенсии живется. Сады уже кончились, в садах мы все убрали, заготовки сделали. Так что все нормальненько, все хорошо. Отлично! Что-то еще сказать, да, надо? Все, спасибо. Это была программа «Я в Бийске», а у вас, и кто знает, может быть, на следующей неделе мы встретим вас и зададим этот вопрос. Меня зовут Алина, увидимся на следующей неделе.